Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор на посылку, а именно чернила для картриджа. Значит, заказывал я чернила для принтера HP Photosmart S4483. До этого у меня были другие чернила, они закончились. Была скидка на эти чернила. 11.11. Все знают, что на Алиэкспрессе есть такие дни. День холостяка называется. Вот. И в этот день холостяка я увидел вот эти чернила с огромной скидкой. Значит, вот такие. Я уже их распаковал. Еще не применял, правда. Сейчас я вам их все покажу. Вот так буду класть. Значит, как вы видите, все они пришли упакованные, пупырчатые бумажки, коробка добротная, каждая штучка была запакована, баночка. Всего 5 штук, 100 миллилитров, пластик качественный, упакованная, то есть все закрывается вообще хорошо. Здесь пломбочки стоят, то есть ничего не прольется у вас. Все сделано очень добротно. Значит, цена за 5 штук составила в этот день 658 рублей. А сейчас такие чернила стоят 821 рубль, вот я смотрел. То есть, сами понимаете, этот день очень полезный вообще для заказа разные всячины. Значит, здесь чернила красный, два черных, синий и желтый. У продавца было несколько видов выбора чернил. Я выбрал именно два, потому что тут два черных, вот, а черные всегда расходуются больше. Где-то что-то распечатать, где-то скопировать. Ну, черный носитель, как говорится, черные чернила, они всегда уходят быстрее, нежели цветные. Шла посылка из России, дошла за 4 дня. То есть очень быстро. Во-первых, из России, во-вторых, как говорится, это не месяц, не полтора ждешь из Китая. Во-вторых, как говорится, то, что быстрая доставка, соответственно, это. Вот. И из России все это быстренько пришло. Значит, до этого я покупал картриджи черный, цветной. HP 140 это черный, а 141 это цветной. Это заменители, это не оригиналы. Оригиналы очень дорогие. Вот, там будет один стоить картридж, как я купил два. Вот, поэтому выбор пришлось сделать на два неоригинальных картриджа. Ссылочку я оставлю в описании. Цена картриджа была на тот момент 723 рубля. Сейчас один картридж стоит 700 рублей. То есть, сами видите, опять же, говорю про то, что всегда надо заказывать вот в эти ноябрьские скидочные дни. Если что-то уже у вас накопилось за год, то есть скидки идут хороший. Ну и, соответственно, и потом еще и Черная Пятница идет вдобавок. Ну, что я могу сказать? В следующем видео я расскажу, как я заправляю картриджи, сам процесс в домашних условиях. То есть, ждите новое видео. До скорых встреч на нашем канале. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. Не забывайте ставить лайк. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока.